Здравствуйте, дамы и господа. Всех приветствуем в Москве на Сапсан-арене. Мы с вами отправляемся в 18-й тур МЛБ первой лиги. И сегодня на этом симпатичном, уютном стадионе сыграют две команды, которые, конечно, хотели бы находиться в турнирной таблице гораздо повыше. Особенно это касается хозяев, футболистов команды «Родина». Ну, а черноморцы здесь два изменения, причем достаточно такие серьезные в плане постоянства, потому что сегодня не играет Фомин, его нет даже в заявке, поэтому приходится смотреть прямо вот с нашей точки. Подача неплохая, удар головой, и 1-0 в этом матче счет становится. Нет положения вне игры, мяч должен быть засчитан. И что, по-моему, это Стивер Градюшенко. Шикарная скидка получилась. Все правильно, позволяют его. Ну и уже на 6-й минуте этой встречи «Родина» выходит вперед. Так, ну об этом позже, потому что тут очень хороший момент. На ровном месте появляется у «Родины», и Калмыков не попал. Противоход вратарю пробивает. Фролкин уже в правый угол улетел. А Калмыкову нужно было просто створ мяч отправить. Это наступление. Можно опять на Весли сыграть. Получает мяч. Нет, не он. Еще удар в дальний угол. И выручает Фролкин. Это Градюшенко таким очень аккуратным ударом мяч в дальний угол посылал. И приближается к отметке 10 угловых «Родина» в этом матче. Так, ну что, в ближайшие мгновения... А вот это гол! Неважно, неважно. Второй! Гол с углового забивает «Родина» в этом матче. Хотел сказать про будущие замены черноморцам, но сейчас это совершенно неважно. Гол «Родина» 2-0. И снова угловой. Да, и снова Олег Дмитриев проходит снова очередной стандарт. Маклаков прессингует, ошибается Маклаков, Калмыков. Что будет делать? Передача, скидка, Уэсли. Будет бить Уэсли, бьет, гол, 3-0. Великолепно «Родина» использует грубейшую ошибку черноморца. Да, он очень грубо, 0-3, черноморец снова «Родине» проигрывает. Фролкин сейчас сидит и просто не понимает, что происходит. Лица нет на молодом вратаре, но к нему никаких претензий быть не должно ни в одном из эпизодов с голами. Ну как можно вот так вот около своей штрафной грубо отдавать передачу назад? С его скидки забил Градюшенко. Здесь классный пас Делькин, 1-1. Вот момент у черноморца, забивать надо. И Шакеров, вот, пожалуйста, сейчас для него момент X настал. Самый опасный момент создает черноморец в этом матче. О, какая передача проходит. Градюшенко низом, прострел, и 4-0. Да. Тут еще и такие рикошеты, которые, конечно, абсолютно не в пользу черноморца. И Турищев, пожалуйста, вот она заменочка. Вышел, 3 минуты провел и забил свой гол и сегодня. Вот ты идеально про Курбова вспомнил, и сейчас тренерский штаб тоже об этом говорит. Да? Вообще сегодня нахватал черноморец еще желтых карточек, и не все из них нам понятны. Но зато нам понятно, что «Родина» сегодня заслужила победу, и эта победа крупная.